Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сегодня я покажу, как в приложении Dropbox можно отсканировать документ. Итак, мы нажимаем на плюсик и нажимаем «Сканировать документ». У меня, конечно, сейчас нет документа какого-то, но в целом мы просто нажимаем «Сканировать документ», делаем фотографию, и у нас потом произойдет сканирование. Вот здесь оно у нас будет происходить. А также мы здесь можем добавить, допустим, в следующую страницу данного документа. Опять делаем фотографию, и у нас добавляется страница. И так мы можем добавить до нескольких страниц. То есть, если у документа куча страниц, можно добавить именно так. Вот здесь же мы можем немножко изменить. Например, у нас тут есть оригинал, доска черно-белая. Вот, также можем компоновать страницы. Вот, и нажимаем «Далее». И потом выбираем, где оно у нас будет сохранено. Допустим, в этой папке. И нажимаем «Загрузить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.